Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня с мамой приехали в Икею. В Анталии есть огромный магазин Икея. Мы приехали чисто не погулять, а прям по факту нам нужно купить подушки, что-то из постельного посмотреть. Надеюсь, ничего лишнего не возьмем, как это обычно всегда бывает в Икее. Будем брать все по факту. Вам тоже покажу, посмотрим цены. 100 лет не были в Икее. Там вход, да? 100 лет не были в Икее, ну посмотрим, как, что. Что есть, что сколько стоит. Я знаю, что в России Икеи закрыли, поэтому те, кто смотрит меня из России, вам, наверное, будет интересно посмотреть, что у нас есть. Икея. Икея, Икея. Надеюсь, сейчас народу будет мало. Мы приехали с утра. Поэтому... Ой, все такое в нежных тонах красивых. Прям все такое нежненькое. Идем сразу на первый этаж. Надо через верх проходить. Не очень удобно. На втором этаже обычно всегда показывают. Что, мам? Мы сразу мимо прошли весь второй этаж, потому что здесь обычно демонстрация комнат, в общем, что есть. Вот уже сразу вижу. Смотри, подушки. Ну, это 50 на 50. Мы пойдем в отдел там сразу, где подушки, я думаю, да? Там посмотрим. Подушки? Да. Надеюсь. Не знаю, может быть и здесь. Что-то я уже начинаю. Ой, детские игрушки. Чтобы потом назад не возвращаться, да? Либо сейчас спросим, либо глянем. Вот постельная детская здесь. Кстати, мне бы тоже детям бы обновить уже постельную. 400 лир. 300 лир есть. 300. Такие классные, яркие такие, для девочек, для мальчиков. Икея чучук, 325 лир. Кстати, вообще недорого. Но я бы темненькие взяла, либо вот такие вот яркие взяла бы. Ну что же такие купить им? Так, это вот какой набор? 329 лир. Не вижу такого цвета здесь. Нету, что ли, в наличии? Вот это классный зелененький такой. Чуть подороже стоит. Вот эти еще дороже. У нас вот такие вот, кстати, самые дешевые. Ну, ничего, неплохо. У нас уже пару лет такие комплекты. Есть вот с котиками. С котиками это вроде больше для девочки. Такие есть. Так. Такой вот есть просто в квадратик. Вот она. 320 лир. Светлая очень. Очень светлые. Вот если только темные брать, темные по 500 лир. Не знаю. Не сейчас мы будем брать, в принципе, есть. У нас же мы текстилем вообще занимаемся. Вы знаете, но у нас сейчас весь товар весь на Вальберисе. У нас в Турции ничего нет, мы сразу все туда отправляем. Ну, тоже классные, смотрите. Комплекты. Все детское, это что такое интересное? Господи, мне нужно по факту идти брать подушки. Я хожу, гуляю, рассматриваю все, что мне не нужно. Мама куда-то убежала, наверное, где-то с этой стороны. Мы вот думаем, что уже давно не были, не помню. Всегда забываем, где здесь постельное белье. Еще я против стрелки иду. Наверное, здесь где-то. Раз уж здесь такое, мебель и все такое. По крайней мере, подушки должны быть здесь. Вот маму догнала. На матрасники всякие. Одеяло. Мне кажется, внизу все-таки. Да, ну пойдем тогда. Здесь в основном все как пример показано, что есть. Здесь, конечно, тоже есть подушки. Все это можно здесь выбрать. Да, пойдем вниз. О, как у меня наволочки. Постельная. Если есть какие-то прикольные простынки, то я куплю. Здесь, да, надо идти? Справа должен быть проход туда. Мы опять все мимо этот. Не по правилам идем. Мы изначально по правилам пошли. Мы должны были убедиться, что это не здесь. Все, мы спустились вниз. Вот эти очень классные штуки такие у меня есть, кстати, для зажимов пакетов. Вешалочки есть.
Белый мне не подходит, я черный обычно беру сюда. Что, тележку возьмем? Да, вот уже поставили, нужны. У меня и такой-то нету. Сейчас котик наш подрастет, тогда уже надо будет покупать, пока рано. Так, это для посуды всякого, для мокрого. Полотенчики кухонные, у меня, в принципе, их много. Ножи может глянуть. Ур мне запортачил один нож, такой хороший у меня был. Вот такой вот, 219 лир. Либо вот этот взять, либо с металлической ручкой. А вот с металлической он дороже стоит. Либо вот такой. Не знаю, купить, не купить. В принципе, такой маленький есть еще. Прям такой необходимости нет. У нас такой же, только маленький еще есть. Так, доски всякие вроде ничего не нужно. Как-то пустовато, мне кажется, в Икее. Mm-hmm. Пусто как-то. Пакеты. А, мне нравится, кстати, у меня тоже такие же ножи. Нравятся мне хорошие. Посуда разная. Как у меня цвет такой, ну, черновые модельки, я смотрю, появились. Да, он красивый, мне нравится. Вот такие вот есть, как салатники. Вот эти вот такие прикольные. У меня просто посуда сама вот такого вот цвета. Вот эти вот хорошо бы, да, для тортика, например, как блюдце использовать. Хорошие тоже. Сколько они стоят? 160 лир всего. Либо для каких-то там сыров, я не знаю. Тут по цвету все подходит. Я, наверное, возьму себе вот такую вот одну точно. Все по цвету, чтобы было у меня. Я вот такие возьму, у меня такие есть как раз. Такого цвета. Угу. А мне вот там вот наверху нравится, только я не вижу, чтобы они были в наличии. Вот те розовые мне под цвет всего. А вот эти, смотри, красивые какие. Вообще прям. Набор вот как у меня. Ну, видишь, они теперь по-новому делают. У меня не такое. У меня вот таких вот нету тарелочек. А еще мне нравятся вот такие тарелки сервировочные. Все хочу купить, но цвет нету. Угу. А вон, я вижу, уже постельная пошли. К постельному. Белые. Вот такие вот и ульи всегда. Обычные такие вот салатники всякие. А вот, смотри, какие классные для суши, да? Такой раз. Большое. 179 лир умножаем на 3,6 примерно. Вот для Ильи надо такую купить, он, когда приезжает, суп есть. Пока неизвестно, когда он приедет. Так, простынки, подушки. Здесь подушки декоративные все. Шторы здесь в основном. И такие... Покрывало вон тоже есть. Ничего не надо, у нас много есть всего. Ага, вот есть наволочки, подушки. Смотрим подушки. Такая вот. Ну, она маленькая, тоненькая, да, такая, в принципе. 189 лир, ну, недорого. Это совсем тоненькая, 75 лир. Это вообще прям совсем тонюсенькая. Такая вот есть. Вот это мягкая, хорошая. Наверное, подороже стоит. 430 лир. Да, вот она прям классная. Ну, вот есть тоже за 400. 289. Мягенькая. Такая вот. 800 лир. Ой, прям ложитесь и проваливайтесь. Класс. А вот какое-то теплое одеяло. Тут очень мне нравится. У нас тоже из Икеи одеяло. Очень классно. Оно тоненькое, но оно очень теплое. Оно прям вот зимнее-зимнее. Вот типа такого мы здесь покупали. Шикарное прям одеяло. Еще не помню, за сколько мы брали тогда. Давно было. В общем, одеяло здесь очень хорошее. Вот еще подушки, кстати. Большой выбор прям подушек разных. Вот такая есть 169. Она какая-то прям твердая совсем.
Гостям надо помягче, помягче. 260 тоже такая твердовата. Но опять-таки, кто какой любит. Кто-то любит потверже, кто-то помягче. У нас у самих вот типа такие подушек. Они вот ложитесь, они прям прогибаются вот так вот. Очень мягкие. Так, ладно. Сейчас что-нибудь выберем, что такое интересное. Так, мне хотелось простынку новую. Мне нужно 160 на 200. Вот эти вот, значит. Так, вот такая у меня есть. Такого цвета мне очень нравится она. Есть какой-то желтоватый такой, есть вот такой вот, как будто грязный какой-то серый. У меня нет такой. Нет. Ну, кстати, недорого стоит, я думала, они дороже стоят. Может, вот такой вот мне взять, смотри. Ну, он такой какого-то серо-грязного цвета. Не нравится? А желтая? Желтенькую, такой тоже не очень нравится мне цвет. Зеленый не хочу, такая есть. Ну вот либо вот это, либо вот это. Но вот она прям такого грязного цвета. Не знаю. Те, кстати, подороже. Либо темную прям взять. Такую вот. Но это дороже стоит, 460 лир. Вот это мне нравится, но она дороже стоит, 460 лир. Темная, хорошая. Ну что, вот я либо желтую вот эту беру, она тоненькая, да, совсем прям. Не очень. А может такую зеленую взять? Нет, материал мне не нравится. Вот это хорошая. Я возьму себе, наверное, вот эту. А что с ней? Наоборот, хорошо, нет? Не знаю, я просто спросила. Не, давай тогда вот эту желтую возьму. Новый какой-то расцветочка, типа. Вот у меня все есть. Теперь еще вот такая вот желтенькая будет. Надо к ней наволочки посмотреть. Слишком светлая, но тем не менее. Вот, и две наволочки возьму такие же. Да? Почему таких вот типа нету, да, цветов? Прикольная. Вот она вот так. Слушай, а у тебя вот такая иналочка, да, такая же у тебя есть? Mm-hmm. Не нравится тебе? У меня, ты знаешь, у меня другая ткань. Расцветка такая, а ткань у меня, да? Другая. Может, мне лучше такой взять? Вот я думаю, либо вот эту, либо вот эту. Ну, лучше такую. Мне кажется, возьми. Вот эту, да. Какая-то прям... Ладно, уговорила. Вот иналочки такие есть. Да. Да, такие две наволочки. Ладно, простынку-то я другую беру. У тебя вот цветочек-то красиво вот это вот прям. Сколько такая стоит? Не знаю. Не смотрела. Да, ладно, давайте тогда возьмем все-таки вот это вот. Не, по материалу неплохая, хорошая. 300 лир стоит. Вполне нормально. Так, подушки я взяла, это взяла. Дорого она стоит, 429 лир. А, ну видишь, самую хорошую взяла. Я чувствуется, что я... Ну у тебя по цветам это тоже не особо-то. Так вот прям разнообразие. Вот такой вот неплохой. Есть, да? Вот это мне нравится вообще прям супер. Еще такого же плана розового есть. Ну такого какого-то малинового цвета. Да, тоже классно. Вот эти вот маленькие совсем. Не, ну совсем светлые. Не, у меня потемнее она. Ладно, пойдем дальше тогда. Так, а здесь вот наматрасник. Слушай, я возьму еще такой вот наматрасник. Сколько он? Это размер маленький. А, ну это маленький совсем. Я хочу такой вот чисто вот. Мне вот с такими резиночками надо. Не, это натягивается, на диван не пойдет. А мне такая пойдет? Я не знаю, на диван она будет натягиваться. Какой диван? Ну куда ты будешь натягивать? А, на свою кровать? Да. А, ну, наверное, подойдет на свою кровать-то. Вот такая вот есть, но это слишком плотная. Мне вот такую тоненькую прям надо совсем. 90 это маленькая, да? У меня на диван она не пойдет. Нет. В разложенном виде. Вот я типа такого взяла. У меня одна есть, а у меня еще одна. Слушай, а вот какая красивая постельная, посмотри. Да, но в наличии нет. Да? Красота. Цвет красивый. Вот и такое у меня есть. Классно. Ну, такие что-то все в каком-то синем-зеленом цвете. А, ну вот этот неплохой. Вот такой вот классный, мне нравится. Ну, это зимой я уже буду покупать. Как... Красивый. Я прям красивый. Вот этот мне нравится, это смотри. Интересный мне цвет. Вот зеленая понравилась. Цветочки, ага. А вот тут. Вот такой вот светленький. Ммм. Ну, очень светлая. Я люблю тоже потемнее. Тоже какой-то этот. А вот эти, смотри, красивые. Там размерная она будет?
Тут по размерам, да, надо смотреть. Вот эти маленькие. Вот какой классный вообще. 450 лир. Красивый. 150 на 200. Маленький. Да, это небольшие. Пледа. Вот пике есть такие простенькие. Просто покрывало. Тоже, чтобы спать. 150 на 250 большие, кстати. А вот детские здесь тоже есть. Больше всего на спальне почему-то. Ну, детские вот эти вот хорошие. Ну, вот они, три варианта. Ну, с кошечками, не знаю. Вроде зеленый для мальчика нормально, но с кошечками. Вот синее такое. Ой, смотри, такое в чемоданчике. Прикольно. Детям можно вообще, кстати, любого цвета брать. Простенки есть, я только недавно их в Икее набрала. В принципе, все есть. Ну что? Все, пойдем дальше. Так, теперь у нас есть котик, и можно для котика смотреть здесь всякие такие вот штучки прикольные. Смотрите, домик такой. Хотя, в принципе, ничего особо больше нету. Мисочки. Мисочки. Это что такое? А, это какой-то чистить. Чистилка, видимо. Чик-чик-чик. Может, домик купить? Я хочу ему купить, ну, маленький. Не маленький, я хочу пушистый такой, когтедралка там, чтобы была вот эта вот еще. Я на Трендиол там, кстати, на Трендиол есть, да, я тоже думаю заказать. Они как руки не доходят. Здесь всякие лампы, светильники, все такое. Ничего не надо нам из этого. Пойдемте уже... Цветы. Очень хочется цветочки посмотреть, какие тут есть. Светильники классные на батарейках у нас такие есть, типа. Ковры. Мне бы уже в детской бы ковер обновить. Уже старый стал. Так, а вот и цветочки. Цветочки. У меня, кстати, вот такого цветка нету, если что. Спасибо. Ну, вот эти мне не очень. Вот тебе нужно что. Долларовое дерево. Да. А вот это вот, который плетется у меня на кухне, или это не то? Да, это он. А что-то он какой-то меленький, или он такой всегда меленький? Ну, в зависимости от, видимо, сорта и как ему там шикарно. Mm-hmm. Прикольно. 120 лир стоит. Это все? Ну все, слава богу, что небольшой выбор. Не придется ничего покупать. Ты горшки хотела? А вот банан не хочешь купить? Да нет. Это тебе надо в сито посадить. Ага. Такие горшечки тут прям большие. Ну, поливать будет. Слушай, ну вот эти горшечки, я, конечно, не знаю, сколько они стоят, но они вот хорошие. Это ж это пластик, а это-то. Тоже не пластик. Какой-то. Это, нет, вот это пластик, а вот это глина. Ну да. А вот здесь еще много разных горшков. Я хотела сюда, но вот эти твердые мне не нравятся. У меня дети один раз уронят, и все. Мне только пластиковые пока что. Пока они маленькие. Дети. Вот какой классный цвет, вообще обожаю такой. О, пластиковый, кстати. Вот этот вот? 50 лир. А, ну тут нужно еще под них этот какой-то, да? Отдельно, подставочку. Ну вот это вот глиняный. Я говорю, мне только пластиковый пока что можно. А вот еще меньше, прям совсем такие крошечки. Да, прикольные. Так, все, мам, погнали на кассу. Сейчас все там по мелочушке посмотрим, что есть. Набрали тут с мамой. Все, довольные. Едем дальше, едем в метро. В метро еще будем спать. Кстати, здесь на выходе есть много разных вкусняшек. Тоже всякая рыбки соленые. Это прямо возле метро здесь. Можно купить. И здесь, кстати, вкусная не колбаса, а там мяско всякое копченое тоже здесь покупали. Не дешево, но зато вкусно.
Все, мы едем дальше, мы едем в метро. Будем там еще закупаться. Покажу вам уже в следующем видео. Всем пока-пока.